Привет, с вами Лисперт, и в этом гайде я покажу вам свой билд на негативные эффекты через сет протокол затмения. Итак, собираем зеленый сет протокол затмения. Он легко фармится на точках целевого лута с зеленкой или покупается по частям у торговцев. И за 4 части получаем такие бонусы. За 2 предмета мы получим негативные эффекты. За 3 предмета убыстрение и защита от факторов риска. За 4 предмета мы получаем талант «Косвенная передача», которая при убийстве цели передает наложенный вами негативный эффект всем целям в радиусе 15 метров. Повторю для тех, кто, может быть, только начал играть, убыстрение — это то, как быстро ваши навыки будут откатываться, а защита от факторов риска — это то, как долго на вас будет действовать огонь, шок и прочие негативные эффекты. Важно, чтобы в билде присутствовал обязательно жилет и рюкзак затмения, которые бустят бонусы от сета. Броник увеличивает радиус передачи негативных эффектов с 15 до 20 метров, а длительность с 50 до 75%. Рюкзак же бустит любой входящий урон по противникам, неважно, это будет урон от оружия или урон от навыков. Все характеристики нужно откалибровать на урон от навыков. Дополняем наш билд двумя вещами Виверны, так как за 2 комплекта бренда мы получим урон от навыков и негативные эффекты. У меня это кобура и наколенники. Ролим характеристики в урон навыков и негативку. Смотрим, как это работает. Берем химустановку, кидаем облако огня и поджигаем. Видим, как огонь перекидывается на соседние цели, когда у мишени заканчивается ХП. Негативные эффекты могут стакаться. Например, кровоток и огонь будут прекрасно сочетаться друг с другом. Теперь посмотрим, как можно еще разогнать дамаг. Тут есть несколько вариантов. Я остановился на винтовке с талантом постоянства. Выстрел по мишени активирует значок таланта. Следующее применение навыка дает 50% к длительности и урону от негативных эффектов. Разница в уроне с постоянством и без более 100 тысяч, что, согласитесь, довольно много. Я пробовал также и другие виды буста, например, через идеальную синхронность, но именно постоянство дает наибольший прирост дамага и то, как долго будет висеть негативка на цели. Специализацию я выбрал огнеметчик, так как помимо бонусов длительности горения и прочих, у него есть еще оружие-поджигатель. Этот обрез ставится в слот пистолета, и при поражении цели накладывается 50% ослабление к возгоранию. Конечно, можно поэкспериментировать с билдом и попробовать различные варианты брендов, например, Golan Gear поставить, за одну часть тоже дает 10% негативных эффектов, однако тут стоит понимать, что Golan Gear имеет основную характеристику броню, а значит придется ее ролить на батарейку или жертвовать уровнем навыка, что скажется на длительности и убыстрении, так как разница между 5 и 6 уровнем навыка немалая. В общем, простор для деятельности игра представляет большой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Когда нам нужно было сюда идти? А что у вас там не получилось? А у меня там две точки. А, ну мы разбежались. Меня вызвали срочно на шашлык. А, ну это да. Ко мне гости приехали просто и здесь уже. Ну там, там, да, там уже никак не объяснить, что второй сезон начался. Ну да. Не поймут. Сейчас уже все спать пошли, я к вам сразу.
Такой сидишь за столом, а когда уже заснёте там? Да я там за столом стрим смотрел в прямом эфире. Не пойму, что происходит. Соколенки. Соколенки. Соколенки — это маленькие соклановцы. А, да. У которых, ребята, мне 23, просто микро нет. О, горит. Мне 23, я все попробовал. Да. Так, ну что, действуем по схеме. Я танк, захожу в кучу, а вы их там в спину бьете.